Идеологическим работникам предприятий и организаций, которые в минувшем году оказались наиболее активны в своей деятельности, вручают дипломы городского этапа областного конкурса о состоянии идеологической работы на предприятии. Здесь же в ходе заседания заместители руководителей предприятий по идеологической работе, авторов лучших проектов, реализованных в городе в минувшем году, отметили грамотами и благодарственными письмами. 2018 год был ознаменован для города Новополоцка годом культурной столицы. Мы в городе провели свыше 2000 культурно-массовых мероприятий. Очень много новых проектов в городе получили новый импульс, родились, получили новое дыхание, вышли принципиально на новый качественный уровень. Здесь же заместитель председателя Новополоцкого горосполкома отметил, что 2019 станет не менее насыщен яркими мероприятиями. Впереди знаковые для всей страны юбилеи. 100 лет БССР, 25-летие Конституции Республики Беларусь, 30 лет вывода войск из Афганистана и 75-летие Великой Победы. Мероприятиям, посвященным этим событиям, в городе будет уделено особое внимание. Это же необходимо сделать и в трудовых коллективах города. В своем обращении к присутствующим отметил Андрей Одиночкин. Юлия Рубцова, Артем Табаков, Вектор ТВ.